Всех приветствую. В этом видео покажу, расскажу, как проверить мембрану масляного отделителя на примере двигателя 2.0 TFSI. Чаще всего рвется эта мембрана и, соответственно, возникает проблема с расходом масла, неуверенные работы на холостых оборотах и так далее. Значит, инструментов никаких не потребуется, достаточно отсоединить вот эту трубку. Снизу и сверху нужно сдавить, и она отщелкивается. Затем вот это место почистить, и сюда нужно дуть. То есть если туда дуть, то воздух абсолютно не должен проходить, а на вдох должно проходить. У меня вот есть несколько снятых маслоотделителей, сейчас попробую показать. Значит, там даже при вдохе-выдохе должно чувствоваться и слышаться, как работает мембрана. На вдох работает, на выдох закрывается. Надеюсь, слышно, как клапан работает. Вот если туда сильно дуть, то воздух абсолютно не должен проходить. Если он проходит, то, скорее всего, мембрана порвана. Кто-то меняет мембрану, но это, как показывает практика, хватает ненадолго. Лучше всего, конечно, покупать новый маслоотделитель. Обязательно, чтобы был указан вот такой производитель. Иначе, скорее всего, это будет Китай. У меня эти оба маслоотделителя поменены просто так. Чисто на пробеге. Слышно, как закрывается клапан. То есть эти два маслоотделителя у меня бэушные, снятые с пробегом где-то 150-160 километров. По-моему, даже на А4 даже больше пробег был. Просто так поменял. Ну что ж, надеюсь, этот видеоролик будет кому-то полезен. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.